Всем привет! Сегодня мой день рождения. Сегодня 24 вечер. Мы ничего не делали 23 ночью, ну как бы в 00. Просто лежали и сейчас решили выйти поужинать. И, короче, приглашают на свидание. А еще сегодня приедет мой друг, а завтра будет все самое интересное. Будет день рождения, будет туса. Так что влог будет с двух дней, 24-25. Поели и все уже убрали. А я только решила снять влог, потому что забыла про него. Тут уже счет. Берут, оплачивают. Не знаю, слышно меня там или нет, но на мне вот такая штука. Белый гелару написано. Мы посидели в очень крутой кафешке. Кафешки, ресторане. Я сделала красивую фотографию. Поэтому смотрите у меня в инстаграме эти фотографии. И ставьте лайки, пишите комментарии там. Ну и под этим видео тоже пишите лайки, комментируйте. Пойдемте, мы поедем за Додо. Заберу вас вместе с собой. Будете вместе со мной. Додо позвонил, точнее написал, сказал, что он задерживается на час. Должен был приехать в 9, а в 10. Ну, я не знаю, во сколько сейчас он теперь приедет. Ну, надеюсь, он приедет. Ну, типа, с 30 минут опоздания. Время уже 10. Мы пришли на остановку трамвая. Поедем сейчас в Отогар. Отогар — это автопарк. А нет, автобус-парк. Не знаю, как это назвать. И будем ждать Додо. Пока что такие планы. Мы сели в трамвай. Я так много использую слово «мы» везде. Короче, мы типа... Мы в трамвае. Едем в автопарк. Кайфово. Тепло. Приехали в Отогар. Да? Он реально приехал. Он не проканал. Вы теперь видел вообще? Сними на заднюю нас. Блогеры, они такие. Их на видно. Гири. Пойдем домой. А что дома хавать будем там? Не знаю, да, добрый день, смотри, там Антония вообще что-то. О, говорит, все, Малан, там ах, сими, симба. Я говорю, симку, сим. Только я не знаю, что приготовить. Додо. Да. Томах сыграет, бля. Твоя сидит у себя. Именно он. Я твоя. Я же ах, хоп, хоп. Надо око, жарсим джипко. Да, хоп. О, бля, это пом. Томах сими. Ой, да? Да. Тут пришли за скатертью, потому что у нас нет скатерти. Вот уже настало 25-е, сегодня всем придут гости, мы собираемся. Понимали, я на свой день рождения покупаю скатерть. Вот она. Прям казахская скатерть. Мы уже пришли домой, включили музыку, сейчас будем готовиться. Время 2:24. Говорит музыка, замолкаем и включаем для вас следующий трек. Песня не говорит. Короче, мы начинаем убираться, готовиться. Они здесь убираются. Уже Нар, нужно ковер. Иди спустись к ней. Я здесь готовлю тесто, точнее фарш на манты. Вот такие дела. А я чищу лук. У меня очень щипят глаза. Для мант, для самсы. Он баклажан жарится. Додо нарежу картошку, морковку. Додо снимает влог. Посмотри, что они делают. Сними. Лоп-лоп. Матрасы, да? Да, да. Что, она матрасы? Она матрасы. Да ладно. Именинница. Подскажите, Саша, ваши... Именинница. Ваши ощущения? Хочу кушать. Настоящие тусы. Я хочу кушать. Все, ощущений больше никаких нет. We have a one big party. Sorry, your only child. Ben İngilizce cevap vermeyeceğim ama bu odan her şey temizlik yaptım. Çok güzel oldu. Sen mi yaptın temizlik? Вот я на турецком разговаривать, там субтитры мне потом писать надо. Леля, что делаете? Я убрала всю комнату, почистила. Подметала, пол помыла, клин дёрдюджайт койдым. Орша, да, да. Кишке қонақтар келеді. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Не істеватсың?
TikTok kuru oldu. Tras. TikTok tükte geyli alarak bir sıra. Slash sen geysin. Ты вот знаешь, что я сходила в душ, оделась, переоделась точнее. Здесь, короче, делаем как можем дастархан. Давлет приготовил греческий салат. Еще. Здесь манты я лепила. Это на поджарку сейчас надо будет сделать. Вот такие дела. Влог, всем привет. Всем привет. О, это ваш? Да. О, привет. Спасибо. Да-да. Ты один? Да. Давайте. Привет. Мирас, Альфия, Альфия, Мирас. Да ладно, потом сейчас. Привет, для влога, привет. Ты сама выбирала? Да. Ну хорошо. Давай. Ему же не дали выбрать. На первом курсе. Помада красивая. На первом курсе. Устал? Тоже устал. Не-не-не. Не мешает? Нет. Чего? Нет еще, да, стакан, все, мне мама хорошо. Салат, можно сделать? Кетчуп надо взять. Кетчуп. Ну, здесь такая штука. Тихо. Все. Маска. Спрайт? Зеленая маска. А, Джим Керри. Это второй раунд. Пишем популярные имена, селебрити, не знаю. Все написали? Нет. Боб, мультик. Нет, который в списке есть. Я не помню. Давай, давай, говори все, что знаешь, говори. Быстрее угадывай. Угадывай. Панта. Мультик. Что мы делаем? Мы делаем. Это снимать. Все. Я Сайра. Как дела? Очень классно. Вечер проходит очень классно. Мы играли, мы покушали банки. Теперь сейчас будем пить чай. У нас будет казахский... Дастархан. Дастархан. Общак. Общак стоим с казахом. Мама опять на дойдос, чтобы удержать у него глаза такие. Вот так он делает. Рыбные? Удивленные. Ну, рыб же весь. Десерт мне фигово, скажите, я тортик. Твоя студенческая жизнь была очень насыщенной, веселой, и чтобы ты не наскучалась, а, например, пусть будет 1 000 000 подписчиков на твоем канале. Вот. Пусть тебя окружают все самые классные и добрые люди. Аминь. Вот. Всего самого лучшего. Да, и если вы становитесь мафией, вообще ничего не рассказывайте, никому не показывайте свою карту. Вы же играли, Алик? Все играли, по-любому, ну вот, знаешь. Знаете, блин, вот если доктор, короче, после того, как убирают, после того, как убивают человека, доктор просыпается. Сидите хорошо, меня даже бы убил. Типа, мафию, кто-то жертву убирает, он же ее убил, следующий просыпается, шериф ищет мафию. Шериф делается выбор. Шериф засыпает, просыпается, ой, доктора нет, просыпается город. Сегодня жесточайшим была убита автоская Киринка. Вот. Шериф трижды уже был прав и нашел мафию. Но я не знаю, молчит почему-то. Последнее слово, Ляля. Почему? Убирают, убирают. Я сказал, типа, мафия, чего вы такие долгие, типа? Ты ему не слышал, я не слышал. Я сказал это. А можно открытыми глазами? Я думал, что... Обожаю. Любишь его, да?
Вот, подождите. Вот, нифига, у тебя Григорий там спать снизу. Спать хочу. Кстати, мы вырубаемся уже, знаешь? На этом все. Спасибо всем тем, кто посмотрел этот влог до конца. Поставил лайк, подписался на канал, включил колокольчик. Надеюсь, вам понравилось и дальше будет еще лучше. Всем пока-пока. Люби меня, люби.